Территорию, на которой в 90-е годы располагались так любимые всеми десногорцами аттракционы, карусели и знаменитое чертово колесо, огородили. Заработали пилы и повалились деревья, к которым мы привыкли за долгое время. У жителей города возник резонный вопрос – что будет строиться на этом месте? Наша съемочная группа встретилась с заказчиком строительных работ и выяснила, что на этой площади в скором времени появится торгово-досуговый центр «Галактика». Мы планируем, что это будет очень хороший, привлекательный объект для горожан, в котором люди смогут совершать качественные покупки в хороших магазинах, в качественном торговом центре. Здесь будет и расположены кафетерии, развлекательная зона, ну и современный объект, который достоин города. Еще ничего нет, а деревья уже вот порезали. Планируется ли какая-то вот парковая зона на этом месте, вокруг этого торгового центра? Это в планы входит? Естественно, планируется, что у нас есть план застройки, соответственно, план озеленения, который будет. Мы сейчас готовим площадку для того, чтобы можно было безопасно работать нашим строителям. Вот, поэтому огораживаем ее, соответственно, забором. Вырубаем те насаждения, которые на данный момент находятся в пятне застройки. Вот, потому что дальше по плану этот объект должен быть красивым. И как же мы же не можем сделать так, чтобы изначально уже это вызывало какую-то отрицательную эмоцию. Поэтому мы, естественно, хотели бы, чтобы в наш объект люди приходили, и он стал украшением города. В администрации города подтвердили, что у компании-застройщика торгово-досугового центра «Галактика» есть вся проектная и разрешительная документация в соответствии с законодательством.